Активисты местного отделения «Единой России» в рамках подготовки ко Дню Победы и областного месячника благоустройства привели в порядок мемориал воинской славы на Баковском кладбище. Единороссы вымыли гранитные плиты и убрали мусор на прилегающей территории. По словам исполнительного секретаря местного отделения партии Ларисы Белоусовой, такие субботники в округе будут продолжены. К празднику Великой Победы все памятники должны иметь достойный вид.